В прошедшую субботу в России отметили День физкультурника. Во всех регионах страны прошли спортивные мероприятия. Именно в этот день Министерство внутренних дел проводит всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». В этом году зарядку провели офицеры отряда специального назначения «Гром» МВД по Чувашии. В детском парке имени космонавта Николаева юные участники повторяли разминочные упражнения за опытными наставниками. После ритмичной зарядки детям показали приемы рукопашного боя. Сотрудник Центра кинологической службы МВД провел мастер-класс по дрессировке животных. Главная героиня, немецкая овчарка по кличке «Гром», показала ребятам, какие основные команды она выполняет. В парке работали также площадки экспертно-криминалистического центра МВД и госавтоинспекции. Ребята узнали, как можно раскрыть преступление по отпечаткам пальцев, а также познакомились с помощником ГИБДД – 6-метровым удавом. С помощью этого персонажа из известного мультика полицейские показали длину тормозного пути автомобиля и напомнили о том, что не стоит выбегать на дорогу, так как машина не может остановиться в одно мгновение.